Итак, как же положить оружие в левую или правую руку? Переходим в этот пункт, нажимаем сюда и выбираем ту руку, в которой хотим держать оружие. Ну, а на этом все. Сейчас я вам продемонстрирую через одиночный режим, как это работает. Вот он будет держать оружие в левой руке. Сейчас скипну момент, и вот он держит его в правой руке. На этом все. Спасибо за просмотр.